Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово, народ! Ребята, сегодня мы с Юрсом прибыли в очень дорогой район. Здесь я очень редко угоняю тачки. Это, ребята, у нас, ну, типа как Рублевка, да, либо же даже, как это называется? Это называется Lake Vinewood Estates. Именно здесь сегодня мы должны будем как можно больше машин угнать за целых 180 секунд. Ребята, будет интересно, ставьте лайки. Знаю, что вы очень любите эту рубрику, потом давайте мы соберем 3000 лайков, выходит новенькая серия, все как всегда. Ну и стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Давай, время давай. Пошло, я влез, друзья. Да, влез по дрова, а я, ребята, влез по траву. Ого, ни хрена себе! Сходу кое-что прикольненькое нахожу. Трин трава. Да, на траве дрова, на дровах трава. Ну, короче, да. Ребята, пока мы тачки угоняем, в комментариях пишите, какая у вас самая любимая рубрика в GTA. И вообще, вот, ну, чисто... Что вы любите смотреть на Ютубе? Больше всего. Интересно было бы узнать. Так, а ты формулу пригнал, как бы чего? Ты ничего там не перепутал? В смысле, Формула 1? Ни хрена себе, у зайца? В смысле, это тот, который типа с черепахой там сражался, да, я понял. На самом деле, я бы еще. Ну, типа, заяц и черепаха, гонка, знаешь. Истеримка. А, истеримка. Окей. Там хата, я сейчас их там. А, даже так. Обворую. Ну, короче, на самом деле, я уже угоняю вторую тачку. Это у меня золотой гелик, пацаны. Чисто дубайские пацаны. Чисто дубайские пацаны, ребят. Да, кстати, ребята, а давайте так. Вот я сегодня угоняю машины, а вы в комментариях давайте напишите, ну, как вы знаете, у каких ютуберов есть такие тачки, типа, знаете, вот я угнал там Теслу, но Тесла вроде бы никого нет такой вот, а еще был гелик, у кого такой гелик, ребята, есть? А, в комментариях пока пишите, я тут, между прочим, нашел машину, которая, разумеется, ни у кого нету, но это как бы ема, брат, нашел я тачку. Что нашел? Что-то взорвалось. Да, это как бы не случайно. Точнее, случайно, но как бы получилось прикольно. Да, 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 главное байки не взорвать. А ты там пригнал уже, между прочим, смотришь, только Дилак и ГЛС. Между прочим, очень у меня даже... У плюс-минус машинки интересные. Окей, друзья, по три тачки мы с Трюсом угнали. Поехали дальше. Смотри в небо. В небо? Куда? А что там было? Сейчас, подожди. А ну-ка, смотрю в небо. Давай, смотрю в небо. Ну, где? Чего? Ничего не вижу. Куда смотреть? Ты снизу был уже, я понял. Ладно, на самом деле, как бы, окей, здесь уже, ребят, такие тачки гоняю. Чисто Азерлоу, да, вроде бы называется стиль. И я кое-что нашел, друзья. Кое-что офигенное, что стоит забрать. Что говоришь? Что за рот? Азерлоу называется стиль вроде как, когда... Стиль, когда, типа, знаешь, не заниженная машина полностью, а типа жопа занижена, а морда кверху. Это вроде бы Азерлоу называется. Но, ребята, в комментариях поправьте. Если я ошибаюсь. Я так, у меня... Это где-то с башкой. Это да, это тоже, но у меня, ребята, звезды розыска, и как бы копы пока меня не заметили, проехали мимо меня, поэтому нужно как-то их замансить. Пацаны, я там... А, все, они меня заметили. Они меня заметили, пацаны! Ого! О, чё это? А чё это? Так, это какая-то новенькая... Опа-на, брат, нашел AMG GT63S, но не чит, и какой-то новый интересный. Ни хрена себе! У нас там таких... копы пролетели мимо меня, нихера да, себе, да, да, по да, твою да. душу походу. Я нашел Мерин, но новый, такого не было у нас еще, ребят, на серваке. У нас их и так уже штук, наверное, 5 таких вот АМГшек, но такого еще у нас не было. А, копы! Пацаны, давайте мы по-братски, ну, не будем друг другу как бы мешать. А, тетя, беги! Это вот этот, что ли? Да, видал? Прикольный, да, согласись? Интересный какой-то. Да, да, такой как бы прям вообще прикольненький. Окей, я забираю... Да, опять-таки Брабус. Мерин у нас один. Это чит, остальные все Брабусы. Это да, нет. А есть еще такие, которые из-под такси, которые из полицейских, даже помнишь, такие есть. Они как бы не Брабус, они обычно тоже. Ну, короче, окей. А я под него как-то заезжаю. Не, ну они там есть... Даже полицейский Брабус вроде. Ну, они там вроде бы есть тюн под Брабус и под обычный как бы вариант. Хорошо, но пока мы, ребята, угоняем тачки дальше... А, меня пробили! Меня есть пробитие, как говорится. Не в том плане, брат. Не в том плане, брат. Нихера себе, я выпрыгнул, прямо в кустики залетел. Нихера себе, прям прикольно. Окей, друзья, мы угоняем от тачки дальше. Поехали, пацаны, тихо. Спокуха, Мансим. Это 7-я моя машина, ребят. Надо поторопиться. Копы уже знают о том, что мы здесь шалим, поэтому нужно, ребята, последнюю машину забрать. И вроде бы, да, я знаю, где она стояла. Ребята, я ее заберу сейчас, я там уже был. У меня новенький зрелый Астон Мартин, но неплохой. Да? Давай, бежим! У-у-у!
Вот так вот, вот прямо. Корпус есть, а внутренности поставить забыли. Это да, но тем не менее едет неплохо. Так, я забираю последнюю машину, ребята. Это у нас получается Bentley Bentayga. Тоже золотая, а офигенно хорошо. У тебя Мерс уехал по машинам, что? Серьезно? Пошел по машинам? Да, сам взял проехал. Окей, ребят, пока здесь копы меня как бы пытаются поймать, давайте мы вкратце посмотрим, что же мы угнали. Итак, у меня есть из дорогих, я знаю точно, есть Формула-1 и танк, скорее всего. А у тебя из дорогих тоже фристайло. У тебя есть из дорогих тоже Формула-1, Rolls-Royce. Квадро, maybe. Квадро, maybe, тоже не знаю. И еще есть, получается, у тебя Aston Martin. Ну, как бы тоже цену, ребята, не знаем. Что с Мерсом? Он катается у меня просто. Я, короче, пока убегаю, пока... Копы пытаются... Нет, вроде бы у меня все в порядке было. Пока копы пытаются меня поймать... Папа скользит по дороге. Реально? И давит ментов. А, прикольно. Ребята, короче, ставьте лайки за такие прикольненькие тачки. Мы готовимся к первому раунду. Поехали! Итак, ребята, время для первого испытания. Это смертельные шашки. И как бы у нас здесь с Юрцом тачки-то подъехали прям очень крутые. Две формулы. К тому же они очень похожи, но они, ребята, разные. Поэтому ставьте лайки. Мы стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! И так, так, у меня старт получше, чем у тебя. Но... У тебя как будто разгон потом идет. Да, ты поехал лучше меня, серьезно. Боты, боты, боты! Нормально. Ты у меня улетел, ты по мне проскользил и улетел. А какого хрена ты остался на земле? Я врелся в тебя на самом деле и об тебя. О, я видел, как ты ушел. Занесло, да, занесло. Я это заснял даже. Пипец. Так, пипец. Золотой пипец. На самом деле, месте. У меня уже клюва нету в формулу, это плохо, но... Ребята, очень нужно постараться балл свой заработать, поэтому я не сдаюсь. Идем до конца, давим тапку в пол, поворот. Ну я быстрее, я 330 еду, у тебя что поскорее? Охереть, я как бы, ты понял, да? По тормозам я понял, что у него нету. Что там у тебя со столбом, проблемы какие-то были, да? Так, на самом деле... это моя подушка остановки была, на самом деле. А, я понял. На самом деле, ребята, я думаю, сейчас нужно как-то постараться. Да, мы с Русом прям максимально близко идем друг к другу, но надеюсь, ты лоханешься. А я нет. Ну вот я не хочу. Я немножко сбрасываю. Удержал газ, все. Вот поэтому тебе повезло. О, ты просто очень повезло. Ну ты как быстрее меня, да? Не виляй жопой. Понял. Уберись. Нормально. Улетел, подлетел. Красивая авария. Ниха. Еще и вырулил. А я нет. Нет, давай, давай. Надо колеса, давай. Давай. Тоже врезался. Я видел. Юрист врезался. Давай. Ебой. Бред. Хорошечно. Бред. И забота, тупо и забота. Да, ну неплохо, отлично, который забота наврелся, поэтому 1-0 пока мои пользы. Поехали на второе испытание. Окей, друзья, время для второго испытания. Прыжок в длину, это Мерс Брабус. Очень хороший Мерс против вот такого, ребята, Митсубиши. А Юра уже поехал, я тоже разгоняюсь. Два нитра мы используем. И... Давай. Полетели. Слушай, ну... очень не вижу. А я еще... Да, ты намного выше. Намного выше. Да? А вот ты, реально, да, ты прям ниже. Я офигеть как полетел. Слушайте, ну на самом деле, думаю, скорее всего, это, ну, не рекорд будет по прыжку за сегодня. Ну, как бы... Хотя не, хорошо. Хорошо. Не, он один из лучших, ты че, он да. Офигенно, ребята, я полетел и я лечу, кстати говоря. Я вот в церквушке упал. А я прямо на острова, да, ты, конечно, церквушка. Ну, в принципе, неплохо было бы. Для обычной машины прям вообще неплохо у тебя. Но у меня, да, машина, конечно... Воу, где я? Ни хрена я приземлился, короче, где прям... Ты? Я, короче, как-то вниз под острова улетел, а здесь такие камни, и так глубоко, и так страшно. Видал такое, да? Да, ну-ка, давайте-ка поплывем чуть-чуть, ладно, в принципе, окей. Хорошо, ребята, это мой второй балл, и поехали на третье испытание. Итак, ребята, испытание Drag Racing. Это, ребята, два Мерседеса AMG GT63S. А к тому же это Брабус против ГЛС. И стартуем на счет 3. 1, 2, 3, поехали, Юрчик. И так, старт у меня более-менее, но вопрос, кто будет лучше. У меня такой красный, яркий салон. А, прикольненькая машинка, но в целом с тобой одинаково, да, идем? Кто раскроется? Но... Раскрываешься, да. Нет? Ну, 180. 185. 190. 190. А, 200. Одинаково, да? 205 210 215 220. Одинаково 20. Просто идем. 220, я уперся, кажется, да? 25. Догоняешь, 225 тоже. 227 30. 230 тоже, одинаково, прикинь, все, финиш. Охренеть, одинаковые, да, одинаковые тачки, больше. Просто прикиньте, меня буквально с того, что полный привод зацеп был чуть-чуть получше. Прикольненько, это мне очень понравилось, ребята. Это мой балл, ну и поехали дальше. Let's go.
Итак, ребята, испытание спринт-гонка. Ехать нам получается с Сюрцом 10 километров. Это Бентли против Роллс-Ройс. Ребят, как вы думаете, кто победит? Стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали. Итак, ну, старты интересненькие. Бентайга хороша. Бентайга хороша, да и Роллс тоже, что надо. Поэтому, ребята, будет интересная гонка. Ставьте лайки. И как вы думаете, кто сегодня выиграет? В комментариях можете пока писать. А я здесь аккуратненько так списываюсь. Нормально, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй! Проехал подо мной, я там цепанулся. Под тобой пролез. Ага. Так, ладно, Роллс врывается вперед, но, друзья, Бентайга не сдается, поэтому поехали, посмотрим, что получится. Так, тихо-тихо-тихо, мусоровоз так, перестраивается. Давай, сосредоточиться, и все нормально будет. Это да, ну слушай, у меня, в принципе, я не отстаю от тебя, и скорости хорошие, так понимаю. Оу, офигенно полетел, красиво, ты ребята. Ты не тормозил? Нет. Я притормозил. Поэтому тебя догоняю. Но недолго догонял. А, понесло! О, благодаря маленькому столбику и засейвился. Меня уже просто несло боком. Охренеть. Так, по это тормозам. Плохо. А, бот, я тоже его не видел, он появился по факту уже. Но я не врезался. А я врезался. Ты врезался здесь, да, хорош? Давай, родай. Поворачивай, давай, Бентли. Роллс немножко плывет по управлению, но в целом норм. У меня тоже он легкий. У меня легкий, легкая Бентайга, поэтому есть свои нюансики, которые не очень бы хотелось сегодня как-то... Блин, с ними сталкиваться. Ну давай, да, поворачивай, поворачивай. Неплохо, 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 ребята, идем. Рискуем, но. Кроля! Проехал он, над кролем. На, ну я. Я еще думаю, поближе к дороге. Не, ну я тоже. Я там и дерево же объехал. Я что, я мог вообще прямо поехать, но я нормально вроде проехал. Слушай, ребят, ну прям вообще мы просто одинаково по скорости с Рюсом, поэтому 200 как бы 60 у меня. Едет. Да? То же самое. Ну так же, да, идем. Просто одинаковая гонка в плане скорости. Мы вообще прям... Боты, понял. Собаки-боты, нормально объехал, хорошо. Повезло просто, ребята, удержался с трудом. Их очень много, ребята, очень... Давай-давай, лови Юрса, почти подловил. Давай, просто, ребята, гоночка. Вот на одну ошибку, понимаете, просто. До первой ошибки гонка. Ну, да, еще тормоза, конечно, решают, если они тут есть. Ага, нормально, немножко сократил на торможении в последнем, поэтому... Зигзаг, давай честно да, проедем. Да, да, честно проедем, да давай, поехали. Так, давай, 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 давай. Так, по тормозам, тормози, тормози. Ниха, я дал. Ой-ой-ой, держись, эй! Держи, держи, олень! Был олень, нет оленя. Олежа пошел Олежа, на работу. Олежа, да, поехал на работу. Давай! На самом деле немного плывет Роллс, то есть в поворотах. То же самое! Ты меня выкинул! Жив цел, поехали, брат, поехали. Нормально, мы с тобой одинаково выкинулись, поэтому... Ты, ребята, хэп! Нет, я цепанул! Я удержался! Нихера, я бочком зашел. Я цепанул мост, или что там было вообще? Я видел. Я прям с тобой боком пошел, но я прям по дороге про это. Я видел, да. Это блин, просто Бентли подпрыгивает, понимаете? Из-за того, что подпрыгивает, это, короче, такой большой минус. Да ну нахер, нет! У тебя зацеп получше. Зацеп получше, но подпрыгивает она, короче, она легкая очень. Да, 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 да. Блин, ты еще там не финишировал. Ну, короче, да, было все близко и рядом. Ну да, я около тебя, но да, ребята, была прикольная гонка, потом оставь лайки, но мы идем дальше. Итак, друзья, испытание дерби, и у нас есть две жизни. У нас получается танк против реактивной, а у тебя это тачка из киберпанка. Раз, два, три, гоу! Две жизни есть, и Юрка... Мне вот интересно, у меня конты пропали. Квадро взрывается? Понимать. Квадро, кстати, а давай проверим. Проверим? Нет. Ну ты выпал! Ты меня пингой выкинул. Я тебя как-то... Ты на меня сверху сел, я как пингой отлетел от тебя. Отлично, 1-0. У меня нету двух контов последних, поэтому сейчас давай без этих. Без последней площадки, откуда ты стартовал. Кстати говоря, эта битва-то интересная, да? Квадро не взрывается. Нет! Блин, прикол! Это интересности, друзья, реально. Квадро мнется сегодня, тихо. Очень сильно мнется. Но не взрывается, да, поехали. Дальше. Раунд третий, друзья. Блин, у меня ускоряшка есть, только вот ее проживать смысла нету, ты потому что это... Просто проедешь подо мной, скорее всего. Ну, можешь испытать, давай прямо сейчас. Давай. А, ты и вперед, и назад поменяешь. Да-да-да-да. Прожимай. Прожимай, Нитро, давай. О, неплохо! А что? А, о, врезался в меня в итоге. Прожал, да, Нитро, поднялся. Ты просто полетел, да, получается, да. Ну, неплохо. В итоге у меня танк был тяжелее, поэтому 4-1 по общим баллам. Поехали на уже какое там шестое испытание. Итак, ребята, испытание прыжок веры. И да, у нас получается здесь супра у Юрца. Юр уже поехал, без меня стартовал. Я на BMW i8. И поехали. Разгоняемся и полетели!
едет ты дальше пока, но я проеду. Я проехал, просто повезло. Хорош. Я проехал под всеми ветряками. Я говорил себе так, потому что... Да, отличника, это 1-0 пока, друзья, поэтому идем дальше. Раунд 2, нужно 2 раза победить, поэтому мы стартуем, разгоняемся и полетели. Ой, меня ударило ветряк. Ударил ветряк, и ты дальше. Так, ты дальше. Я врезался, все. Я врезался и остановился. Ты проехал себе ветряки. Понимаю. Окей, ребята, решающий третий раунд. Давайте пока машину починим. Да, так вот хорошо. И поехали. Let's go. Разгоняемся. Давай, 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 давай. Нет, только не ветряк. Нет, ветряк меня цепанул. Зараза. Хорош. Цепанул ветряк. Ну, ты дальше. Меня второй ветряк, короче, убрал, получается. Да уж, получается, что это твой балл. 4-2. И поехали на седьмое испытание. Так, ребята, время для испытания. Подъем по лестнице. Это у нас Кадиллак против Гелендвагена. И, ребята, будет интересно, поэтому стартуем на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Давай, не Кадиллак, точнее, Гелик, давай, я в тебя... О, я в тебя верил. Я в тебя верил. Кажется, зря, да? Гелик на самом деле ломается и едет жестко. Да, надеюсь, что он поломается и поедет, потому что пока... Ты что, на второй застрял? Да, прикинь! Ну, да, его пока прям не расколбасишь, он не поедет, это я точно помню. Чуть-чуть пополз. О, пополз. И еще выше будет. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот, ребята, поползли, ну, поехали. Я знаю. Еще выше, да? Поедет еще выше. Не, неплохо поднимается. Ну, выше все, потому что уже здесь высокий угол наклона. В принципе, неплохая тачка, да, подкид. Я думал, что все, ребята, я встал, в итоге не забрался еще выше. Кадиллак вообще не поднимается. Кадиллак. Одна, и все, это финиш, ребята. Мой балл, отлично, мне это нравится. И поехали на последнее, заключительное испытание. Итак, ребята, время для испытания. Съезд и подъем на гору Чили. Это Астон Мартин против Теслы. 1, 2, 3, гоу! Причем, на самом деле, я не вписался, зараза. Причем прикол в том, что типа два ростера. Ну, как, у меня ростер, у тебя это, ну, тачка вообще без стекол, без дверей. Полногорница людей. Поэтому... Ну, она на самом деле такая. Да, ну, на самом деле, да. Странненькая тачка у тебя, у меня прикольненькая Тесла, но очень легкая, ребят, но нужно... Ёпта, ее крутит, вертит, не, я не знаю. Реально? Она просто ехала-ехала, ее на 360 крутанула. Хера меня, что со мной, блин, происходит? Нормально все, я жив... Да что с этой Теслой? Она плюшевая, она легкая, короче, вообще. У нее текстур, считай, нету внутри, и мне кажется, из-за этого проблемы у нее какие-то. Ёпта, что, она у меня сломалась, чего? Я что, скрылся, короче, как помнишь, на Тесле, тут, которая еще такая есть, багованная, чит Тесла, помнишь? Вот так сейчас я поехал сейчас ровно так же, получается. Просто один в один ускорился резко. Но сейчас вроде более-менее. Ну, короче, я все деревья ловлю. Ну, на самом деле, я думаю, скорее всего, я должен выиграть, но всякое может случиться. Могу взорваться, поэтому всякое может произойти, но надо просто быть аккуратным. Поэтому, ребята, все, отличненько. Мы заезжаем на финиш, и я разворачиваюсь. А ты уже здесь, около меня. О, здорово. Как дела? Все в порядке? Короче, проблема в управлении. Она вообще не держит. Она просто скользит, летит. Короче, хрен поймешь. Понимаю. Она очень легкая. Она легкая. Она быстрая, кстати говоря. Она быстрая, знаю точно. Но да, управление, видимо, у нее такое себе. И торможение тоже у нее, скорее всего, такое себе. Но в целом, друзья, Тесла должна свои баллы заработать. Поэтому я рассчитываю на нее. Хотя Тесла, блин, она поднимает, не, короче, морду кверху. Это не, вообще не. Бред. Так. Ты все, да, она типа? Она просто скользит из-за того, что передний привод, она прям вообще никакая. А ну, короче, ты все, да, я понимаю, приехал, получается? Или что, как у тебя там? Ну, я еду, но она шлифует, дрифтит, короче, всю дорогу. Ну, ясно. Я, ребят, да, Тесла, конечно, не дрифтит, но у нее есть свои проблемы, она очень легкая, как я уже говорил. Но в целом тачка хорошая, то есть за нее можно и лайк, друзья, влепить. Вот, но я уже тем временем подъезжаю ближе к финишу. Это же, а нет, ты еще не финиш немножко совсем. Ну, ты как бы там тоже так-то, в принципе... Ой, я повис на чем-то непонятном. Ты, в принципе, тоже не особо-то сильно меня отстал, поэтому... Ну, ты бы видел, что я тут... Я баранкой кручу просто, как будто, я не знаю... Баранкой? На дрифт-кортик херачу. А, понимаю. Неплохо, неплохо. Но в целом, друзья, получается неплохо. Еще волчок бежит, поэтому... сейчас мы уже... Вроде бы здесь, да, финиш, если не ошибаюсь? Да, да, все, отличненько, ребята. Ты, однако, недалеко от меня, поэтому ты был близок. Вопрос, заеду ли я или не заеду. Заеду, да. Отличненько, бабам и все. Ребята, короче, ставьте лайки. Это получилась реально прикольненькая, веселая серия. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Давайте мы соберем 3000 лайков. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.